Дітей вчили бути рятувальниками. Для 40 вихованців спортивно-оздоровчого центру «Універ», що на Баранівці, водолази та рятувальники влаштували майстер-клас з безпечної поведінки на воді. Також дітям дозволили побавитися під дощем із мотопомпи та пожежного обладнання. Покажемо, розкажемо. Спустим под воду с аквалангом, покатаем на моторной лодке спасательной. Покажем, расскажем, как выполнять самые простейшие элементарные функции спасения, как чего нельзя делать, как надо, как нужно делать, как доставать пострадавшего из воды, как делать первые реанимационные мероприятия. Я и нырял с аквалангом. Просто вначале сильно непривычно. Ну, ты дышишь, блядь, в нос, а у тебя матка так вот, вот так вот налепляется. И очень сильно не понимаешь, ну, может, ты сейчас потонешь, хотя на самом деле, что ты захлебнешься, а на самом деле у тебя тут нагубники, ты дышишь. Очень классно. Вода вот там, все, целые эти, радуги небольшие квадратами. Бум. Мы стреляли со шланга в бутылки, мы плавали за кругом. Мы дышали в акваланге, ну, нас учили, как правильно спасать человека из воды, если он тонет. Я попробовал поплавать по акваланге. Очень хорошо понравилось. Сейчас буду участвовать в конкурсе с кругом. Я поплавал за аквалангом. Перші враження були дуже добрі, сподобалося. Спочатку не дуже привично. Немаловажно то, що вони навчились орієнтуватися на воді, взагалі, наскільки можно, как глубоко заплывать, как спасать человека, с какой позиции подойти к человеку, чтобы не травматично было и не опасно для себя, чтобы вытащить утопающего.